Я говорю, то есть все-таки есть съемочки, потому что у вас Киря каждый день на каких-то проектах, там еще что-то, что-то везде все пытается успеть и успевает, прикинь. Ну, так это я уже, это мы уже с Кириллом, пожилые артисты, нам уже. Единственное, что, блин, ты не подпишешься. Короче, меня позвали в этот бои без правил. Там, по-моему, будет кто-то из Чая вдвоем, по-моему, еще кто-то. И говорят, где с тобой? Предлагают бой вдвоем, чтобы мы с тобой... Бой вдвоем, ну такой символический. Оно тебе, оно нам это надо. Бои, блин, деньги, бои, 5 деньги. Миллионов. Каждому. Реально не башляют. Что, тебе, тебе платят? Тебе да. Тоже, по 5. По 5. По 5? Да. Каждому по 5. Ну, мы можем как бы даже порепетировать этот бой, чтобы было, правдоподобно, но не калечить. Но не калечить. Ты сейчас меня разводишь. Ну, конечно, развожу, братан. Этот Соболь стоит, мне в ухо шепчет, падла. Я думаю, что это как быстро сломался! Митя!